Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Я иду в магазин «Пятерочка», промониторим цены. Ну, что хочу сказать, что они у нас молодцы, и поэтому цены на продукты не поднимают, и ассортимент продуктов также поддерживается. Я очень довольна. А у нас, видите, как снега полным-полно. Постепенно, я думаю, что скоро начнет все таять. Кукуруза по акции Бонзюэль 64 рубля. И горошек я возьму. 4 баночки пригодится на салат. Маленьких вот таких. Капуста по 60 рублей. Что хочу сказать, что она хорошо квасится. Я себе наквасила 2 баночки. Поэтому рекомендую вам прийти и купить ее. Посмотрите, она такая хорошие очень. Помидоры по 188, 259. Лук 22,99. Я сейчас его возьму. Чеснок по акции. Я взяла 2 себе таких маленьких, по 3 штучки. Красный лук купила, я его люблю. Перец 349. Вот такие огурчики. Лук в сетке 39,99. Шампиньоны, друзья, по акции. Я взяла одну себе коробочку на зелень. Вот такие цены. Чай заметно полочки попустели, но все же все по акции. Еще можно, кому нужно, купить себе кофе с цены. По акции можно купить это на тот момент, если на самом деле исчезнет кофе. Можно и сейчас сделать небольшой запас по акции. Все-таки «Пятерочка» молодец в такой трудный момент. Скидки, ассортимент, все есть, все в наличии, всего полно. И даже какао мое до сих пор по акции, друзья. Сахара нет. С чем же я пойду на кассу? Купила масло «Слобода». Оно самое лучшее. Что хочу сказать, что оно свежий разлив 2022 года. 2 бутылки масла, морковь, лук, еще морковь. Мы любим по-корейски. И просто мы даже просто с Антоном любим кушать морковь. Она очень полезна
бедра, 2 упаковочки, грибы, шампиньоны и 6 баночек. Все-таки я решила взять 6, думаю, что они дешеветь не будут. По акции вот такой горошек срок годности до 2025 года. Поэтому рекомендую апельсины, чеснок вот такая одна и лук. Я люблю красный. Что же у нас с ценами на хлеб? Батон 47 рублей, половинка 26. Вот такой батон есть славянский 23, этот 47. Хлеб 51, 49 и 27 половинка. Я возьму половинку. Так, яйцо 84,99, отборное, как я и люблю. Деревенское 109, первой категории 76, 78. По 69 по акции даже есть. Сметана 66,55. Вот такая, большой стакан 104. Вологодская 98. Вот это мне нравится, шекснинская продукция 66 рублей, которая она вообще обалденная. Мне кажется, она вкуснее, чем из Вологды. Пачка. Вот такие картонные коробки 103. Ряженка 39,99, простокваша 36,19. Бумага туалетная на месте, все. Всего достаточно. Что хочу сказать, сейчас еще каждый день приходят машины, и девчонки сейчас разбирают еще товар, поэтому полки пополнится ассортимент. Только вот по каким ценам, что будет, но пока я не увидела изменений. Для животных отдел. Вчера были более пустые полки. Сегодня девчонки молодцы, уже все расставили, когда все и успевают. Я в арке своей вот такие корма покупаю. Древесные и комкующиеся. Ну что, друзья, вот и все. Спасибо всем, кто досмотрел мое видео до конца. Ждите наше новое видео. А я иду на кассу.